Всем привет, ребята, всем доброе утро. Я здесь в компании классной кучки моего нелюбимого дела. Это разобрать это все и разнести по своим местам. Да. До тошноты. Но благо есть отчаянные домохозяйки, и я смотрю их и понимаю, что не все так плохо. Сейчас Ваня развесил еще одну партию, и я сейчас... Там совсем... Да, там мало. И сейчас еще одну белую, не белую осталось. Да. Да. Ты в душ идешь? Да, я иду купаться. Тогда я включаю другой сериал. Иду. Давай. Я включаю... Мне фоном. Я люблю слушать их фоном, что я уже всю историю наизусть знаю. Вот, но... Не знаю, это настолько... Вечный сериал, то есть в каком бы году ты его не посмотрел, сколько бы тебе ни было лет, тебе актуальненько, как никогда, особенно сейчас. Потому что я сейчас в их возрасте, вот Габриэль, она когда снималась, ей было 30 лет на момент съемок, вроде как, если я ничего не путаю, если я правильно все прочитала. То есть она там, как я сейчас, обалдеть. Ну, короче, все, включаю, Пучка меня ждет. Ну что? Все. Поехали? Поехали. Я так налегке, надеюсь, там тепло. 20 градусов. Супер. Сейчас погнали. Вот мы и приехали в магазин. Но так мы ничего сегодня абсолютно не ели, только кофе пили. Решили перекусить. Пообедать. Пообедать, да. У меня салат, ой, пахнет ароматом, свежим. Да. Обычно мы когда сюда приезжали, здесь всегда было закрыто, там, да, где салаты. Смотри, вот. Даже лучок. Даже лучок есть. Пах. Он как будто маринованный, да? Да. Или жареный? Жареный и при этом маринованный. Ух ты. А я себе не изменяю, взял себе панини с тунцом. В прошлый раз я, конечно, брал с барбекю соусом, ну тоже было вкусно. И кофе, у Кати что-то не захотела кофе. А, ты же перед выходом прям попила, правильно? Вот. Так что сейчас быстренько перекусим, закупимся и возвращаемся. Всем приятного аппетита. Все, купили все. Но нам нужна была химия, поэтому ничего не снимали. Средства для унитазов и так далее. Не думаю, что это интересно. Но мы взяли там снеки в машину. И все. Отправляемся домой. Сейчас нужно дособирать... В общем-то, вещи и забирать детей. И мы выезжаем. Я им сейчас быстренько приготовлю с собой еду. Она готова, просто нужно разогреть в этих, все разложить по контейнерам. И мы где-нибудь остановимся и посидим. Поедем там по дороге несколько раз будет. Ну да, там будут зоны. Зоны пикников, да, и мы сможем остановиться. Что ему очень нравится, когда мы именно вот в пикнике делаем. Да, в дороге где-то едим, да, на улице. Столиком каким-либо, просто на земле. Вот, так что сейчас я им быстренько все сделаю. Мне готово разогреть, и еще я им бейгалы. Они любят бейгалы с паштетом. Я им еще бейгалы сделаю. Снеки уже всякие разные купили. И яблочко нарежу, тоже в контейнер положу. Вообще Аня будет в восторге. Да и Ванюша тоже в дороге яблоки скушает. Что не хотим ужинать дома, потому что домой мы придем, пока они там все поедят. Мультик, да, поэтому мы хотим сразу. И чтобы пораньше приехать сегодня домой, в Испанию. Там сейчас мой папа дела делает, работает. Вот. И да. Так что быстренько все сделали. И сейчас едем в квартиру. Какие красивые тюльпаны. Я в прошлом году так и не посадила, будем проезжать, в Испании тюльпаны. Но я в этом году осенью посажу здесь. Тюльпанчиков много разных. Да. Я думаю, осенью в Андорре на балконе в этих посажу луковицы когда-нибудь продаваться. И чтобы уже на следующую весну у нас вылезят цветочки на балконе. Красиво. Что такой план. А там посмотрим. Ну, если мы не переедем. Ну, даже если мы переедем. А если балкон будет? Будет. Мы не переедем в квартиру без балкона. Да? Да. У нас уже пуфики есть. Ты что? Нужно под пуфики теперь. Искать квартиру. Да. Кстати, кто-то писал, что типа, мол, да, типа,
потом найдете. На самом деле, там одна девушка написала, что сейчас не сезон в Андорре. Если искать квартиру, то сейчас. Да, самый выгодный сейчас финансово искать квартиру именно вот сейчас. Весна, лето. Как мы тогда в августе нашли. Да, мы в августе нашли квартиру. А там же сейчас многие уезжают, кто приехал сюда работать на сезон, уезжают. Вот, и больше квартир пустых. Единственное, что тут спрос больше на маленькие квартиры, там студии, либо однокомнатные, таких очень много. Сейчас вот каждый день 5-6 квартир выходит, новых, прикольных, но не прям совсем маленькие. И цена там замечательная, отличная. То есть, вот, и нам же нужна квартира, все-таки у нас четверо, и квартира нужна большая. Мы пока в поисках. Пока я ничего достойного, классного не нашла, чтобы отвечала всем нашим критериям. Но я продолжаю искать, смотреть, вдруг что-то. Ну, чтобы вы понимали, не было даже ни одной, которую можно было бы просто поехать посмотреть. Да. То, что даже для этого не было ни одной. Не говоря уже о том, чтобы потенциально снять ее. То есть настолько плохо. Потому что мы хотим, чтобы все комнаты выходили на улицу. Это главный критерий. Чтобы все окна смотрели на улицу. И чтобы, ну, как бы перед домом не было следующего дома на вытянутой руке. Или скалы. А это очень сильно. А это сужает круг. Сужает очень сильно. Очень сильно. Вот, но мы сейчас живем в отличной, замечательной квартире. Она великолепна для своей цены, для своего расположения. Суперквартира. И если переезжать, то в разы лучше. Так что пока не нашли. Аня, ты не танцуешь с нами? Ребят, мы уже приехали домой, добрались очень хорошо, время у нас уже поздно, приехали мы еще было не поздно, уже сейчас поздно, мы досмотрели сериал, интересно, конечно. Самое интересное было в конце, когда показывали настоящий герой, да, на основе, который сделан
сделано все повествование. Это там, наверное, было просто вишенка на торте. Все, ребята, идем спать, идем отдыхать. Увидимся завтра. Так что всем спокойной ночи. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.